Свадебный обряд, татарские сказки и тюбетейка своими руками. В Государственной библиотеке Югры сегодня пройдет День татарской культуры. Это одно из мероприятий цикла «Разные, но не чужие. Мир через культуру». Уже 2 года главная читальня Югры подстегивает молодежь изучать особенности культуры разных национальностей, проживающих в округе. Если раньше школьники ограничивались подготовкой тематических докладов, то в этот раз ребята покажут театрализованные представления, посвященные популярным обрядам бракосочетания и именно речения.